Но я все карты не знаю. Мне там три знаю. Не, Химыч, знаете, он рубится постоянно. Там раньше карта была замок, короче, на вершине стоит. И дом охотника еще справа там. И убрали? Бля, слушай, а что это за танк? Левее, слышишь, был? Где? Блядь, а ну остановись, остановись, остановись. Стой! Стой! Трещотка едет слева, по-моему. По-моему, трещотка это, а ну. Да, засунься, дальнобой, слева. Засунься. Все, 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 готов. Слева трещотка, да, это. Ага. Слева от дороги, да, смотрите налево. Сейчас выйдет вон. Танки работают слева. Смотри, сколько, сколько? Слева от кого? Уничтожить. Слева от кого? От вас. От нас. 174 азимут. ПЗ-2, ПЗ-2, работайте, если что, фугасами так, или фугасами. Слушай, я не вижу, слышишь, она была на 170. Тогда обездвижите танк. Она вот за кустом прям ровно. Да, 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 вижу, вижу, вижу. Вон, вон идет, вон, вон она выезжает. Пионер, ты уверен, что на 174? Да, я ее вижу, по ней стреляй. Давай, 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 заряжай, заряжай. По дороге едь слева. Бля, сейчас уйдет. Низко. Блядь, насколько низко? Она остановилась, я не вижу. Да, остановилась. Помогай моим МБ, выезжаем на 130 на 34. А, блядь. АМБ, как у вас дела? По-моему, попал, не? Так же на помощь, помогай, да, пока отрабатывай. Она горит, по-моему, не? Еще давай туда. Фугасами накрывайте, гусли ломайте. Горит, да, вроде. Хорош. Первый взвод, высадка произведена. Это геймплей. 5 минут, и мы уже перечислили. Блять, она работает. Первый взвод, сразу соберите всех бойцов и начинайте движение на отметку сбор, точка сбора. Идею. Сбор, все отделения положите на землю лежа. Ты садился, экипаж. Перед валем. Значит, все печально, ну, у них. Уже. Давай, фугас. Да, сжечь. Давай, фугас. Грит АМБ вроде повредили, от нее уже пехота пошла. От 3-4. Фугасами отработайте, фугасами дальше, дальше двигайтесь по ходу колонок движения. Дальше. Низ, давай еще, 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 блять, фугас по-другому летит. Фугас, надо вперед проехать, чтобы она. Нет, 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 не надо, не надо ничего. Да не двигайся, ёпта. Ты мне зарядил что-нибудь, не? Ну да, бронебойную. Ладно, хорошо. Ты же сказал, не надо тебе фугас. Хорошо, давайте хорошо. Второго взвода, начинайте, собирайте бойцов, начинайте на точку сбора, горит. На точке сбора. Все, подожгли. Горит. Куда, давай, давай, дополни. Сколько у них 3-4? Одна. А, ну все. Переперелет, кажется. Перелет. По полю поедем? Скорее всего, в этих деревьях. Пехотинцы. Слева от нее. Да, но я думаю, они уже за бугром этим они не достанут. Выше, отработай, выше. Это второй взвод, это два движения на точку 6. Сбора. На точку сбора нас влезет. Прямо чуть-чуть выше. Нет, 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 выше и левее. Командир отделения, я отплатил на точку сбора. Сейчас ожидаем отхода вот, первого взвода. Недолет. Мы сразу пойдем. Да, принял, нормально. Принял тебя. Недолет, я тебе говорю, я смотрю, недолет. Холодной давай дороги. Чуть повыше и вообще будет. Привет. Ладно. Да нет, дальше. Я думаю, уже смысла вообще нет. Погнали дальше. Все, поехали дальше. Сбор, положите всех лёж, пускай лежат отдыхать, не шевелятся. И молчат, не галдят. Так, значит, фугасы 54, подкалиберные нам больше не нужны, но их 3 осталось. И БС 30 штук. Все, бля, изи. Взорвалась. Т-34 сгорел. Все, давайте, собирайтесь, дворка начинает движение, за ним двигайтесь, так же по ходу колонии на точку сбора. Так же двигайтесь. На точку сбора, где надо стоять. Ну, блядь, если бы его не заметил бы. А я смотрю, что-то едет, что-то такой силуэт. Если бы я не заряжал бы, ничего. Что нам двигать? Командир задов, сейчас пройдите по отделениям, предупредите, чтобы пускай готовится, скоро сейчас начнется атака. Я его не слышу. Так, мы выдвигаемся на 312. Командир задов, просто пройдите, предупредите. Вперед, пока сейчас идет поезд, Т-60 сейчас выбил наш ПЗ-2. Но мы сумели уничтожить Т-34. Стой. Все, стой. По дороге, по дороге. Прямо на нас. Вот танк. Да-да-да-да-да-да-да. Блядь, в любой момент уход. Впереди, блядь, по курсу. СВ, у вас должен левее дороги, он в лес 306, ушел. 306, 306. Вижу, быстро прошел в лес. Работайте, работайте, парень, давай, работайте. Давай, может, может зажмем его? Давайте влево, на влево, 310, а мы по дороге. 310. Давай, давай, поехали. Мы поедем по дороге, а вы влево уходите. Окружаем. Давай влево, на высоту пошел. Дай, что за танк стоит. Перехватите его. Да наш, наш. Перехватывай, идем за ним.
Знаешь, что АФЗ стоишь? Да, да. А там, может, наши танки были черные. Да, стоишь. Первый ход, аккуратненько, приготовьтесь, палк патроны, на всякий случай. Сейчас идет погоня за Т-60, пытается Т-60 догнать и уничтожить. Кто неожиданно на Т-60 не закатил? Я вот не видел, куда он там ушел. Он налево ушел. Ну, левее дороги, короче, да. Куда-то туда зашел. Ну, блядь, маленький. Вон он, стой, 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 стой. Назад, назад, назад. Назад, 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 назад. Да, блядь. Просто как ехал, так и едет назад. Все, он скрылся. Стой. Слева от дороги 200 метров. Мы здесь стоим аккуратно. Вот он едет справа. Стой. Мы видим ГСПЗ, Т-60 не видим, ушел. А что он тут делает? Впереди, впереди пеха вижу. Поехали дальше, дальше. На 280 на нас кто-то бежит. Да поехали, поехали, поехали. Хер на него. У нас место есть? Он что сказать не хочет. Точно? Чё тебе надо? Не слышно тебя. Подожди, я слышу. Чё хотел? Слышишь? Вам не кажется, что нужно, может, немножко затаиться? Или вам, может, вперед проехать, а мы затаимся? Потерялся. От нас на западе был. Он стоит. Садись на танк, если... Говорите координаты для другого танка, чтобы вдвоём вместе в паре уничтожить его. Поехали. Вы очень долго снимаете. Он быстрый, понимаешь? Он, я его видел, он проскочил быстро и скрылся. Ну, по лесу вот трудно водить. Мы медленные и шумные, понимаешь? Нам тяжело его услышать. Нам приходится глушить двигателя. Вот он! Огонь, блядь! Заряжай! Это куда вы работали? Перед нами. У него, по-моему, стоит перед нами. Там ПДшка сгоревшая стоит. По нам! Все, по калиберному больше не было. Блядь! Все свои. По своим? Да блядь, это мы по-моему. Это вот все, это наши по нам били, да. Все, тихо. Горит он. Не горит. Нет, не горит. Ты повезло, что танк жечь не умеешь. Какие вы молодцы. Какая ситуация у вас? Полковник на интернете. Нас по нам свои били, но мы живы остались. Ну, по-моему, по нему и стреляли, значит. Блин, Пионер, чего тебя не видно, что слышно? У меня просто... Ребят, внимательно, я вас прошу. Он за кустом стоял. Я его такой кусочек видел. Это сам войдем. Давай. Давайте один танк справа от зоны пойдет. Второй взвод. Полковник слева от взвода будет обходить. Ко мне пехотинец старший, что-то сказать. Давай поехали. Шумин, другие отделения быстрее подгони подделение, чтобы... Команда. Справа вспышка. Стрельба. Вот эти вот дома, на 52, туда стреляют кто? Туда поедем, 52? Да, на 52? Второй взвод стоит, второй взвод давай. Атака. Там где беленькие вот эти, да? Не, давай правее объедем. Там стреляют, кстати, оттуда. Смотри, вот что-то. А ну, давай поработай вот туда. Сложи, вот этот дом сложи, вот этот, на 53. Стой. Белый? Сложи, по-нашему оттуда херачат. Да-да-да. И левее, по-моему. Стой, быстрее давай, уже второй взвод уже в отток переедем. Быстрее давай, бои стоят. Второй взвод, вот здесь выйдет. Стой, бегом. Давай, еще. Блядь, он долго перебирается. Блядь, рикошет идет от крыши. Все, мы там все загнали уже. Че, бронированная крыша, да? Только шет от нее, да. Ну. Ты будешь что-то заряжать? Че, поедем, может? Сейчас я гляну. Так, наши ползут. Давай, сложи все-таки этот дом, а тут наших убивают. Там, блядь, не кладется. Ладно. Попытайся в окно попасть. Давай ближе подъедем. Давай поближе подъедем. Давай, подъезжай.
Блять, что-то дымы кинули, у меня сразу FPS как-то вообще же прям просто в никуда. Не надо стрелять. Давай БС-ку въеби, я фугас сделаю. Давай, стой. Да, пытайся прям в окно. Сейчас, подожди, нет. Бронебойкой. Бля, видишь, рикошет от крыши. Пиздец. Цементное покрытие. Блин, не в крышу попробуй, не. Фугас. Во. Сложился, да? По-моему, сложился, да. Танки вплотную подъезжайте к третьему, поближе к третьему, чтобы танки пехоте могли прикрыть. Сейчас пехота уже вошла в угол внутрь, ближе подъезжайте вплотную. Подъезжайте с квадрата 093-137, 093-137, правее, правее, ГМБ танк и ИСП, слышите меня? Да. Принято, двигаемся вот в сторону триггера. Вплотную подъезжайте, потому что пехота уже в густ пошла. Что здесь овраг? Заезжай во овраг, там свои. Да я чтобы не под... Давай, чисто впереди. А то я не вижу нифига. Чисто, тут. чисто, давай. Так, что у меня там? ФСК. Второй взвод, видите, на связь. Второй взвод, на связь, видите. Право командир убитый. Так, вижу. Первый взвод. Налево? Второй взвод, выйдите на связь. Второй взвод, Ганнибал, выйдите на связь. Хуярит, блядь. Блядь. Давай еще. Бег. Давай на 28. Справа объезжай. Давай, быстрее, ты на бой. Да я что, я что ли педали кручу, слышишь? А, не ты что ли? Нет, конечно. А кто едет? Не знаю. Стой. Связист, наверное, крутит педали. Блять, вперед. Сейчас еще одна полетит слева, у нас кидает. А, гуслю выбили. Слева? Гуслю. И движок. Да, слева, вон, с этого амбара, блин. Ничего, мы сможем отремонтироваться, вы это. Азимут. Могу повернуться. Подожди, не крутись, мы главное не горим. Правее. Нет. Вот отсюда стреляли, вот по этому амбару сюда не, блядь. Ну, слева, вон. Вот это хуй. Вот амбар, да, еще. Давай, пойдем. Впереди он пех какой-то бегает. Вот давай. Он кидает. Да, это он. Здесь спереди. Да он впереди прям. Ровно по курсу? Ну, чуть левее, вон выглядывает. С окопа? Да. Ну, я не вижу, у меня там кущери, он над кущей. О, да, вот туда. Бронебой, ну, слышишь? Фугас. Фугас. Вот он кидал на нас гранаты. Да ну, блядь, ты близко слышишь? Не он кидал, слева кидали с кустов, вот слышишь. Я видел, что он... Не, он тоже кидал, но я думаю, что у нас попал и на слева. А, ну может быть, ну я же лево не вижу связи? Ничего. Там вон там еще кто-то оттуда или кидал. В общем, докладываю. Второй правый танк, фланг, что-то совсем плохо, пехота до хера умерла. Штат наш танк подбили. Наш танк подбили, у нас убита гусеница и движок. Но сами попробуйте, пока еще работаем починить. Ведите огонь, там приедем дома. Нас дымят. Соседние. Вот нас дымят, пробуют вынести. Слева пушку разверни налево сейчас. Налево поверни. Куда? Вот кусты, вот эти ближайшие. Повтори. Мы в город. Давай. Уже зашли почти. Этот, давай дальнобой. Давай выйду, починю. Не, подожди, МП, дальнобой. Если надо, вернемся. Да. Дальнобой, перекидывайся на этого командира и смотри по сторонам. А что, выбили резака? Да резак выше, его убили. А, ясно. Вон, все, вот, смотрю. Тут трупак валяется, Симыча убили. Так, слева это наши тут ползают, да? Блин, а кто ж там? О, на нас бежит, на нас прямо на 349. Слева, блядь, налево пушку крути, налево. 349. А, кинул гранату.